Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу в YouTube і Facebook. Сьогодні ми будемо говорити про тему, яка дуже важлива для країни, називається «Чи потрібна Україні національна програма охорони ґрунтів?». Наші сьогоднішні співбесідники – пан Святослав Балюк, директор сільськогосподарських наук, директор Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства, агрохімії імені Соколовського, і пані Валентина Шимель, вона є вченим секретарем цього ж інституту, вона кандидат сільськогосподарських наук. Отже, панове, по-перше, вітаю вас з вашим недавнім професійним святом. Ми знаємо, що 5 грудня був Всесвітній день ґрунтів. І не в останню чергу ми про вас згадали, признаюся. Дякую. Можливо, саме в цій, в цьому контексті. Але дивіться, ми знаємо, що з початку року наступного в нас вже почне працювати земельна реформа, в нас відкриється ринок землі. Скажіть, будь ласка, я би хотіла, щоб ви для початку розказали, от як в цьому контексті буде працювати національна програма охорони ґрунтів? Чи потрібна вона? От, який розмір фінансування? Хто буде слідкувати за цим? От розкажіть, будь ласка, все, що ви можете розказати в цьому сенсі. Пане Святославе, почніть ви для початку, да. Ну, хвилин 7, так? А потім пані Валентина продовжить і будемо рухатися в режимі, в форматі запитання-відповіді, тому що у нас є ще запитання з чату від журналістів. Прошу, пане Святославе. Да, дякую. Я, уважаемые коллеги, хочу поблагодарить за організацію такої передачі і за приглашення, тому що дійсно ми відмітили Всемирний день почв. В этом передаче принимало участие 1700 участников, то есть практически все государства. И эти мероприятия, вот День почв, они предназначены для одного цели, я так считаю. Первое, мы должны четко осознать, что почвы нуждаются в защите, почвы нуждаются в охране, и мы должны понимать их роль и значение. И вот в этом плане, я должен сказать, и сразу предъявить претензии к средствам массовой информации. Я перелистал телевизионные передачи. В этот день я не нашел в программах ни одной передачи о почвах. То есть самое ценное, что есть у нас в жизни, это почвы, отнесены к национальному богатству, что перебывая педособлывы и охороны державы. А внимание к ним минимальное. Поэтому я сейчас попытаюсь доказать и убедить вас в том, что это отношение неправильное. Ну, первое. Во всем мире сегодня признано, что почвы – это основной природный ресурс, это компонент биосферы, это незаменимый и трудновозобновляемый природный ресурс, который выполняет многочисленные функции. Вот, пожалуйста, следующая иллюстрация – это я сам, да. Извините, право есть. Вот, значит, почему-то оно перескочило. Вот, функции грунтив. Это классификация фауны. Значит, мы выделяем три функции грунтив в крупном плане. Первое – продуктивное, это то, о чем знают все. Это производство продовольствия, по сути дела. 95% продовольствия мы получаем благодаря плодородию почв. Вторая роль – это экологические функции. Это взаимодействие почвы с влагой, с температурой, то есть регулирование водного, воздушного, теплового, пищевого режима. И в этом плане именно вот функционирование биосферы зависит от функционирования этой кожи земли, которую как называют почву. И третье – это социальные функции, то есть взаимодействие почвы и общества. Я бы сказал, это морально-этические функции. Наши отношения характеризуют к почвам. Следующая иллюстрация – два слова. Источники информации о почвах, вот какими мы сегодня пользуемся информационными ресурсами. Первое – это вот материалы крупномасштабного почвенного обследования. Они были проведены в Украине. Это было эпохальное событие на тот период под руководством института 57-61 год. То есть более 50 лет. Естественно, мы говорим, что эти материалы устарели. Они сегодня уже соответствуют реальности примерно на 30-50%. И с этим мы идем в рынок земли. Следующий источник – это земельный кадастр. Это то, что сегодня востребовано, то, на чем строится земельная реформа. В земельном кадастре вы найдете данные почвенные только вот по материалам крупномасштабного почвенного обследования.
и сейчас их пытаются обновить, дополнить агрохимической паспортизацией. Следующее – это материалы агрохимической паспортизации. Эту работу ведет Державная установа Института охраны грунтов. Вот раз в 5 лет проводится отбор по плану, так планировалось, каждое поле. Но, к сожалению, вот прошло уже 11 туров, и колебания по турам может быть 20 миллионов, 30 миллионов. То есть площади не совпадают, и поэтому трудно сопоставлять эти данные. Плюс узкий набор показателей, смешанный образец поля. И в этом плане вот мы имеем такую усеченную информацию, которая сегодня не может нас в полной мере удовлетворить. Ну и, наконец, данные научных институтов, высших учебных заведений – это постоянные мониторинговые наблюдения в полевых опытах и так далее. Поэтому мы сегодня ставим вопрос, видите, вот необходимо повторное крупномасштабное почвенное обследование, а по закону оно должно проводиться один раз в 20 лет, у нас уже больше 50 лет. Второе – это организация мониторинга почв. Сегодня визитной карточкой развитого цивилизованного государства является наличие мониторинга. Это вся Европа перешла на мониторинговую систему, то есть точки заложены в пространстве и во времени проводятся отборы проб, точка постоянно зафиксирована в системе координат. Ну и, наконец, организация почвенно-информационного центра, такой центр создается, который накапливал бы и сохранял, и использовал всю информацию о почвах и базах данных. Вот для сравнения я вам привожу данные почвенного обследования 57-61 год. Вы видите, вот Печенежский район, было 2 вида почв выделено 57-й, а сейчас, право, это уже 9 видов почв. Это уже разные карты, совершенно разные карты. То же самое по югу Украины, вот видите, 2 вида почв и, соответственно, 7-8. То есть уже и произошло изменение в почвах, и в подходах, и в их диагностике. И, наконец, мы говорим о том, что вот сегодня можно или провести повторное обследование, или сделать корректировку, что намного дешевле, с использованием тех материалов, которые имеются по каждым областям. И такую попытку мы предприняли, это вот предыдущая иллюстрация. Вы видите, мы впервые демонстрируем у вас и на платформе научной, что была в университете проведена, первая цифровая электронная почвенная карта Харьковской области. Вот с такой картой, а она должна быть в каждой области, мы должны двигаться в рынок земли. Теперь почвенный покров Украины. Я хочу напомнить слова нашего земляка Сковороды, Григорий Савович, так? Он писал удивительные слова. «Вас Бог одарував грунтами, аж раптом все може пропасти». 18 век. И уже он тогда предсказывал нам, что может произойти с нашими почвами. Мы выделяем, видите, 4 такие особенности почвенного покрова. Разнообразие почв. Более 800 видов. Каждый вид требует своего индивидуального подхода. Вторая особенность – это уникальность почвенного покрова. Это более 60% почвы черноземного типа почвообразования. Так Кучаев говорил, царь почв, основной кормилец страны, которым мы поклоняемся, это почвы, будем говорить, высокого природного потенциала плодородия, но в то же время при его использовании нужны высокие агротехнологии. Чернозем – это и сила, и беззащитность одновременно. И в этом плане наши, значит, почвы сегодня, мы, Украина вышла на 60-70 миллионов тонн зерна благодаря огромному потенциалу, он используется на 70%, и мешает реализации этого потенциала в крупном таком плане 3 фактора. Первый – это дефицит влаги. 75% территории Украины – это дефицит, серьезный дефицит влаги, и дефицит питания. И третий – это деградация почв. Вот то, с чем мы столкнулись. Вот вы видите площади черноземных почв. Украина занимает 4-е место в мире по площадям черноземных почв. На душу населения 2-е место. На каждого из нас 0,6 гектара черноземных почв имеет место. И вот, наконец, кроме черноземных почв, это малопродуктивные, кислые, засоленные, солонцовые, эрозированные почвы, которые требуют серьезных мелиоративных воздействий. И почему-то дальше не идет. Да, и предыдущее, пожалуйста, как-то. Вот.
Вот. Значит, деградация, будем так говорить, она сопровождает человека на протяжении всей его жизни, то есть на всех цивилизациях были деградированные почвы, и сегодня в мире охвачено деградацией примерно вот 2 миллиарда гектар, и вы видите, преобладают эрозионные процессы, водная эрозия, ветровая эрозия и так далее. Но есть одна особенность Европы от нас. Они, познакомившись с этими материалами, приняли соответствующие меры. Вы знаете же, приняты конвенции, хартии, стратегии, программы развития. Сегодня в Европе принята европейская почвенная политика, которая как раз и направлена на устойчивое управление почвенными ресурсами, на предупреждение деградации. И вот мы с вами, давайте познакомимся. Вот распространение деградации в Украине. Мы выделяем 16 видов деградации. Это экспертные данные. Я должен сказать, что у нас нет службы, которая бы занималась этими процессами. Поэтому это сбор всей информации, которая есть, проведенная нами. И доминирует, вы видите, снижение содержания гумуса, органического вещества, питательных элементов, эрозионные процессы, уплотнение, коркообразование, засоление, солонцевание, подкисление и так далее. Всего мы считаем, что деградация охвачена примерно от 12 миллионов до 15 миллионов гектар в разной, естественно, степени. И убытки мы оцениваем в 35 миллиардов гривен в год. Только из-за снижения урожайности, не эколого-экономические убытки. И в этом плане, конечно же, мы должны это понимать. Вот я демонстрирую вам модель снижения содержания гумуса за 130 лет, вот после Докучаева. Вы видите, что суммарные потери оцениваются в 25-30%, и мы сейчас с вами находимся вот на этом перепутье. Вот. Или мы сумеем вот тут вот сохранить, стабилизировать содержание углерода, гумуса, или же, так как сейчас сложились социально-экономические условия, у нас пойдет дальнейшее снижение этого ценнейшего, будем говорить, вещества, и это уже зависит от нас, от наличия той программы, которую мы должны в этом плане разработать. Какие вот проблемные вопросы сегодня стоят перед государством, перед нами? Это я уже говорил, информационное обеспечение, то есть повторное крупномасштабное почвенное обследование или же корректировка имеющихся материалов, организация мониторинга почв в пространстве и во времени для съема показаний и организация вот грунтового информационного центра. Вторая позиция. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение. В стране до сих пор вот почва к почвам относится как к объекту использования. То есть вот эта продуктивная функция в основном доминирует. А мы говорим, что почва должна быть объектом права, объектом охраны, а не только использования. И в этом плане нужен закон. Мы подготовили проект закона про грунты и их родючесть. К сожалению, он не набрал нужного количества голосов в Верховной Раде. Сейчас мы повторно пытаемся с юридическим университетом вынести на обсуждение закон про грунты и их родючесть. То же самое касается программы, значит, национальной программы охраны грунтов и региональных программ. Я вам скажу такую парадоксальную вещь. Страна, обладающая уникальным почвенным покровом, не имеет государственной программы охраны почв. Это просто какое-то непонятное. Причем наши попытки много раз вынести ее на обсуждение пока не получают. А она является основой и для региональных программ, и для районных, и для объединенных территориальных громад. Это основная программа страны, которая должна была бы быть. Дальше улучшение информационного обеспечения, я уже говорил. И, значит, мы стоим на позициях того, что сегодня почвы рассредоточены среди многих министерств и ведомств. Единого органа управления, по сути дела, нет. Ну, прописано за Держгеокадастром эти вопросы. Поэтому мы говорим о том, что в стране необходимо создать Державную службу охраны грунтов. Хочу напомнить, в 1935 году Рузвельт подписал соответствующий документ о создании службы охраны почв. И один раз в 5 лет Конгресс Соединенных Штатов Америки рассматривает вопрос о состоянии почвенных ресурсов страны. И Рузвельт пишет: «Страна, уничтожающая почву, уничтожает себя».
И вот с 1935 года именно эта служба берет на себя всю полноту ответственности за состояние почвенных ресурсов. Мы считаем, что такая служба должна быть у нас создана. Дальше, значит, бонитировка и методика нормативной денежной оценки. По закону, значит, бонитировка, то есть качественная оценка почв, проводится один раз в 7 лет. У нас она была проведена в 1994 году, и все. И мы идем в рынок земли, не имея бонитировки, не имея, будем говорить, полноценного методики нормативной денежной оценки. Сейчас она обсуждается с января месяца, вводится методика, но в материалах почвенного обследования консервативных данных, те, что пока учитывают потенциальное плодородие, а вот современные процессы, которые происходят, она в меньшей степени учитывает, и мы в этом плане все время вносим предложения. Ну, использование международного опыта природоохранной деятельности. Вот если говорить о программе, можно ее назвать национальной, можно назвать ее державная программа, загальнодержавная. Я не специалист по управлению, поэтому я не могу тут точно говорить, как она будет называться, но она сегодня просто необходима в этом плане, где будут просчитаны все направления работ по охране почв. А приоритеты государственные мы здесь сформулировали. Это оптимизация в почвах органического вещества, то есть гумуса, углерода, оптимизация в почвах питательных элементов, охрана земель от эрозии, это наиболее распространенный деградационный процесс, мелиорация кислых и солонцовых почв, это примерно 8-10 миллионов гектар, у нас это не только черноземы, охрана земель от забруднения и устранение дефицита влаги. Вот те составные части национальной программы. Затраты, обращаю ваше внимание. Чтобы реализовать национальную или государственную программу охраны почв, надо в год примерно вот 50 миллиардов гривен. Вот в это все и упирается. Мы не можем найти 50 миллиардов гривен в год, чтобы заниматься охраной почв. В свое время был закон про плату за землю. Вы помните его потом. Там землепользование является платным, декларировалось. 0,1% от нормативной денежной оценки, если у тебя вся сумма должна была формироваться в фондах и направляться на охрану почв. Но Верховный Совет при утверждении ежегодно державного бюджета на следующий год эту статью снимал и направлял ее на другие цели. Сегодня, по сути дела, никто не выделяет средства на охрану почв, и поэтому нет программы, нет средств, нет и самой охраны почв. Вот такая ситуация у нас сложилось, и тут мы с вами должны... Мы подготовили, вот она, национальная программа охраны грунтов Украины. Это научное издание, естественно, она не получила поддержки, но она, такая программа есть. И в заключение я хочу обратиться вот к средствам массовой информации, чтобы мы могли в полной мере популяризировать знания о почвах, подчеркивать их роль и значение. И я выскажу такую мысль, что вот в Украине есть все возможности, все, для создания образцовой системы управления почвенными ресурсами. Есть ресурсы, которые требуют управления, есть кадры у нас хорошие специалисты, собственно, есть понимание этого процесса. Нам необходима только поддержка, будем говорить, политическая. Я на этом мог бы и закончить, и готов... Значит, продовжать. Ще пані Валентина тепер зі своєю презентацією. Да. Дякую. Ми потім... В цьому контексті з питань деградації охорони ґрунтів у нас в інституті великі наробки на міжнародному, національному, державному, регіональному рівні. І фактично в цих розробках, в цих, ми називаємо наукові видання, але це фактично оформлені як наукові видання, тому що ми наукова установа, це фактично бачення ролі і значення ґрунту в державі, ну, в суспільстві. Тут викладені питання відносно охорони, збалансованого використання. Все це підводить до того, що все-таки в державі національна програма чи загальнодержавна програма охорони родючості ґрунтів має бути. Хочу звернути увагу, наступний слайд, хочу звернути увагу на
цей слайд, куди ввійшли наші національні розробки відносно стану ґрунтів України, це світові ґрунтові ресурси, де співавтори цього видання є науковці нашого інституту, і фактично видання видано під егідою ФАО ООН. Друге видання – це добровільні принципи сталого менеджменту ґрунтових ресурсів. Якраз це видано українською мовою для того, щоб за підтримки ФАО, за підтримки Глобального екологічного фонду і нашого інституту, Національного наукового центру, де фактично є тут, скажімо так, як кодекс, що треба робити для того, щоб впровадити ці, скажімо так, заходи і по охороні, і по раціональному використанню ґрунтів. Наступне – це в 2017 році ми провели на базі інституту вперше тренінг-семінар по управлінню засоленими ґрунтами. Фактично це 13 держав Євразійського регіону, де фактично було викладені нові технології, нові методи управління засоленими ґрунтами в зв'язку з тим, щоб підтримати, підтримати і збільшити, скажімо так, продовольчу, щоб вирішити продовольчу проблему взагалі не тільки в державі, а в цілому світі. І паралельно і ми видали руководство, це фактично як була як практичний посібник, що треба робити для того, щоб кожен було роздано, для того, щоб це питання вирішувати вже на бідних засолених ґрунтах. І паралельно з цим, уже як узагальнююче устойчиве управління почвенними ресурсами, це як узагальнення вже йде по всім деградованим ґрунтам. В цьому році ми плануємо, вже фактично в нас знаходиться у друці масштабна, я вважаю, на сьогоднішній день узагальнююча, і не тільки за останні роки, а в цілому. Це монографія колективна, але вона фактично не тільки наукова, а й практична. Це ґрунтові ресурси України. Для ми загострюємо питання на підставі наших аналітичних даних, узагальнюючих питаннях, що далі, куди йти. Ну і наступне таке видання, як ґрунт, агрономічний, екологічний, соціальний чинник, це про те, що говорив Святослав Антонович, це функції ґрунту. Показано ґрунт як багатофункціональний об'єкт, який потребує і охорони, тому що він є основою як, ну, для вирішення продовольчої безпеки, і не тільки як в нашій державі. Ну, а це як ми представляємо фактично такий регіональний рівень, не тільки в Харківській області, не тільки Харків, а взагалі наш інститут є національним науковим центром, єдиним в Україні з питань ґрунтознавства, охорони і агрохімії, тому тут представлені ґрунти Львівської області, представлено ґрунти Харківської, Волинської області, де фактично йде розглянути питання відносно заходів з управління цими ґрунтами, малопродуктивними і не тільки. Наступне слайд – це відносно те, ну, про що говорив Святослав Антонович, якраз саме в цих виданнях загострюється проблема деградації ґрунтів, і не тільки в державі, у світі. Досвід і майже по кожної державі, де це питання розглядалося на рівні держави, заходи з попередження. І фактично отака, як кажуть, тріада цих ґрунтів, цих видань є якби також основою для того, щоб у подальшому вирішувати і запроваджувати управлінське рішення. І наступні слайди також в цьому контексті. Основи управління родючості ґрунтів, є концепція управління торфоземельним, торфоболотними угіддями, торфоземельними нашим ресурсом України, який саме вразливий на сьогоднішній день, саме він більш всього постраждав від наслідків і осушення, і активного, інтенсивного використання в сільськогосподарському виробництві. Ну і вже як науковий такий наш доробок, скажімо так, все-таки на базі інституту створена величезна наукова школа агрономічного ґрунтознавства, де фактично, крім фундаментальних напрямів, ми розвиваємо і прикладні напрямки. Ну, сьогодні ми слухали нашого директора відносно заходів, відносно управлінських заходів. Все це покладено в основу цієї наукової школи, яка розвивається, продовжує розвиватися на базі нашого інституту. Дякую за питання, Дмитро Олександрович.
с вашего позволения на русском. Да, как вам удобно. Если вы не возражаете. Да. Святослав Антонович, да. Я сейчас задам вопрос, который, наверное, задают вам очень редко. Потому что все спрашивают о сельскохозяйственных грунтах. Да. Меня интересует, каково состояние несельскохозяйственных грунтов. То, что можно назвать, ну, скажем так, заповедной природоохранной зоной, которая в Украине тоже достаточно большие территории занимают, грунты несельскохозяйственного назначения, которые очень влияют на экологический баланс и в регионах, и в стране в целом. Насколько изучены вот эти ресурсы, в каком они находятся состоянии? Ну и второй, так сказать, вдогоночку вопрос, а есть ли методики восстановления этих грунтов и почвенного покрова, если он поврежден, оказывается? Вот такой комплексный вопрос. Запитание зрозуміло. Да, дякую. Ну, вы поднимаете очень важный вопрос, это то, о чем я говорил, что экологические функции, потому что действительно вот не земли не сельскохозяйственного использования, природно-заповедный фонд мы, в общем-то, используем как эталон. Вот с ним идет же сравнение тех изменений, которые происходят. И в основном вот все исследования, которые проводятся, они в большей части затрагивают земли сельскохозяйственного назначения. Там ведется агрохимическая паспортизация, там ведется те ведомственный мониторинг. Ну, и... В заповедниках тоже что-то. Да, там тоже есть. Значит... А есть промежуточные и незаповедные? И ну да, ну залежные земли и так далее. То есть мы их используем как, будем говорить, эталон сравнения с теми изменениями, которые происходят на пашне, будем так говорить, на... А уже вот в природно-заповедном фонде у нас есть установленные, допустим, и точки наблюдательные, допустим, Аскания Нова, у нас мы там ведем наблюдение за теми процессами почвенными, которые происходят в целинных землях. Там, будем говорить, режим более-менее такой стабильный, потому что мы вообще, чтобы мы понимали, мы когда говорим об изменениях, о трансформации почв, мы выделяем три направления. Первое – это квазиравновесное, то есть когда изменения классификационно незначимые, они есть, потому что почводинамическая система, изменения обязательно происходят, но они классификационно незначимые. Второй вектор – это градационный, это оккультуривание. Мы и такие примеры можем привести, когда, допустим, кислые, солонцовые земли, малопродуктивные, под влиянием комплекса приемов повышают свою и природную, и эффективное плодородие. И третье направление или вектор эволюции почвы – это вот деградация, о которой я говорил, она сегодня доминирует. Поэтому для нас вот эти объекты, о которых вы говорите, очень важны с позиции эталонов, там ведутся наблюдения, но я бы сказал, в значительно усеченном виде там ведутся, только как будем контроль для сравнения тех изменений, которые происходят на пашне, на антропогенно преобразованных почвах. И если все антропогенные почвы, те, что используются в пашне, мы и говорим сейчас, что надо выделять новый тип почвы, это агроземка, по сути дела, независимо от направления, это уже новая почва, такой не было, и на целине вы ее уже не найдете, то там эти процессы идут в природном аспекте. Но при этом в зависимости от расстояния от источника, допустим, загрязнения, если работает какая-то, будем говорить, теплоэлектростанция типа Змеевской, то есть же все равно в плане выбросов на пашню попадают эти выбросы, или на целинные земли, или на природно-заповедный фонд. В этом случае мы уже выделяем как отдельная часть, она касается и тех, и тех. Просто механизмы связывания, в данном случае загрязнителей, будут разными. И на пашне, и на целинных, и на природно-заповедных территориях. И вторая часть моего вопроса. Да, да. Да. Есть ли какие-то наработки, как восстановить то, что уходит? Я могу со всей ответственностью заявить, что вот в национальной программе охраны почв как раз мы изложили эти направления, которые направлены прежде всего на предупреждение деградации, борьбу с деградацией и повышение плодородия и оккультуривание почв. Но при этом мы должны четко понимать, что в почвах произошли уже необратимые изменения. Я вам показывал гумус, который уменьшился. Если, допустим, мы потеряли 30% гумуса, то мы с вами можем в лучшем случае сегодня стабилизировать это содержание и наметить какую-то тенденцию к росту. И я хочу сказать, что Украина приняла добровольные обязательства
Она взяла перед мировой общественностью обязательство стабилизировать содержание гумуса вот в эти годы и к 30-му году наметить тенденцию к небольшому росту. Потому что вот на те исходные позиции мы уже с вами будем говорить, ну, в пределах одного поколения точно не выйдем. А если очень захотим, то создадим такие процессы. То есть у нас есть на сегодня технологии, будем говорить, поддержание почвы, борьбы с деградацией и предупреждение. Но это все дорогостоящие мероприятия, которыми надо заниматься. Они носят характер таких инноваций. И о них можно говорить отдельно. Зрозумів питання. Маленьке уточнення. Да. Ви говорите, сокращення кількості гумуса. Це имеется в виду по площадям или по об'ємам или качественное состояние гумуса? Имеется в виду точечное, контурное, то есть мы выделяем контур. Да. И что касается качества, то вы, ну, у вас, видимо, есть специальные знания, потому что я об этом ничего не говорил. Кроме того, количество гумуса, есть действительно его качественный состав, допустим, гуминовые кислоты, фульвовые кислоты и так далее, то в этом случае и эти изменения могут происходить, но они носят такой разноплановый характер, и о них нужно говорить отдельно. Если мы кислые почвы окультуриваем известкованием, другими приемами, то там улучшается состав качественный гумус. Там, где происходят потери гумуса, они, как правило, идут односторонне, теряются все части. А если мы какими-то антропогенными факторами воздействуем усиленно, то мы можем регулировать эти изменения как в плане дегумификации, так и в плане вот, фульватизации. Дякую, Дмитро Овсянкіно, за запитання. У нас є запитання в чаті. Оксана Коваленко, газета «Вісник Чугуївщини» запитує. Чи передбачає українське законодавство захист ґрунтів в умовах ринку землі, що недавно запрацював? Які вимоги до фізичних та юридичних осіб, які стають власниками земель сільськогосподарського призначення? Угу. Значить, вопрос очень правильный, и я о нем говорил, что в условиях рынка земли больше всего нас беспокоит ослабление или утеря государством контроля за качеством почв и управление вот их характером их использования и охраны. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, что в Украине достаточная, в принципе, законодательная база. Есть земельный кодекс с разделом охраны земель, есть закон про охрану земель, принят в 2001 году, по-моему, затем закон про державный контроль за выкористанием охраны земель. И в этом плане мы как-то подсчитывали, мы с помощью глобального почвенного партнерства пересматривали всю нормативно-правовую базу законодательства по охране почв. И не это сегодня является препятствием для реализации наших программных положений в плане охраны почв. Законодательство есть, но беда наша в том, что оно же, нет механизмов реализации этих всех законодательных актов, они просто не реализуются. Вот я вам скажу, что европейская почвенная политика, почвоохранная политика, она строится на четырех китах, на четырех положениях. Причем элементарно все просто. Первое. Законодательная база и жесткое соблюдение этих законодательных актов. Второе. Информационное обеспечение, то есть работа мониторинга. Он постоянно поставляет информацию о состоянии почвенных ресурсов и в пространстве, и во время, на постоянно закрепленных точках. Третье. Это почвоохранные технологии. Они разработаны наукой, они внедряются. И четвертое, логично вытекает из этого, это роль державы. Держава оказывает субсидии, дотации. Фермер, который применяет почвоохранную технологию, он, естественно, может терять продуктивности. И государство ему компенсирует эти потери, то есть компенсирует эту часть. Поэтому в данном случае это все, что я говорил, касалось до вот введения рынка. Сейчас, и я об этом тоже говорил, почему мы и настаиваем на принятии закона про грунты и их родючесть, и национальной или державной программы, что там отразить новые условия, условия рынка земли, условия передачи. Я завтра купил землю, я должен знать ее исходное состояние, которое я принял. И дальше идет мониторинг моей деятельности. И дальше, как во всем мире, принудительно, поощрительно применяются санкции. Или ты получаешь какие-то дотации усиленные за почвоохранную деятельность, за культивирование почв, или ты платишь штрафные санкции за деградацию почвы, эти все подходы отработаны. Вот я считаю, мы к этой модели и должны стремиться, потому что в этом плане у нас есть подходы, есть методики, и мы можем это все просчитать.
Сейчас самое важное – это вот ввести какой-то законодательный нормативно-правовой документ, который подчеркнет роль вот нормативно-правового и вопросов контроля качества почв. Геннадій Хомік, громада груп, запитує, яка мета створення глобальної мережі ґрунтових лабораторій Глосалам? Чи бере Україна участь в її діяльності? Да, в этой системе мы принимаем участие, наш институт. В Україні є ще пару лабораторій, таких, що займаються качеством почв. І цель здесь предельно ясна. Это максимальной степени. Значит, нам разговаривать на языке одних цифр, одних подходов, одних методов. Потому что вы можете определить одним методом, и другим мы никогда не создадим какую-то глобальную систему. А в этом случае все лаборатории работают по единым методикам, по единым подходам, приборная база, приборное обеспечение. Тогда мы имеем возможность сравнить, сопоставить эти данные и судить о том, что происходит. Потому что сегодня ФАО интересует не что происходит, будем говорить, в Украине. Ну, интересует, но не... А ее интересует в глобальном аспекте. Если мы говорим, вот мы составили карту запасов углерода впервые по заданию ФАО, и такую работу провели все государства мира, и создана глобальная карта углерода, и уже мы ФАО, мировые организации, мировые институции судят о том, какие происходят изменения, и им же важно дальше перераспределять продовольствие, и какие тут потенциалы сосредоточены. Поэтому такие лаборатории – это, по сути дела, унификация методов, будем говорить, исследований, щоб ми могли в максимальній степені сопоставляти получені результати. Угу. Ірина Бітімірова, Вісті Марківщини, Луганська область, запитує, чи є перспективи відновлення та розвитку системи зрошення в Україні? Які основні напрямки реалізації стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, що визначені на засіданні Координаційної ради з питань зрошення в жовтні цього року? Бачите, які у нас да, професійні ну, запитання? Да, і глобальні такі, чувствуються не по мелочам. І що у мене на дачі, там на участці відбувається, це теж важливо. Значить, я учасник цього координаційного засідання, я на ньому приймав участь, я член Координаційної ради. Значить, інститути Національної академії аграрних наук во главі от, з Інститутом водних проблем і меліорації, академик Ромащенко Михаил Иванович, с нашим участием разработана стратегия орошения и дренажа на период до 30 года. И она как раз и предусматривает восстановление, основной ее мотива – это восстановление орошения. Вот сейчас вы знаете, что у нас к 90-му году площадь орошаемых земель была 2,6 миллионов гектаров в Украине. Последние годы реально орошается 500 максимум 600 тысяч, то есть утерян огромный будет комплекс водохозяйственный. И в этом плане проводится работа по восстановлению орошения сначала на первом этапе до 1 миллиона, а потом до 1,5-2 миллиона. При этом участвует и Мировой банк развития, и мы здесь в основном рассчитываем на инвестиции, потому что поднять эту отрасль, очень дорогую отрасль, сегодня сами мы не в состоянии, поэтому мы рассчитываем здесь на инвестиции мировых институций, государство должно подключиться, и в этом плане она, эта стратегия, затрагивает не только орошение, но и дренаж – это осушительные системы в Полесье, там, где переувлажнение. И я считаю, что мы в этом плане много сделали, уже, значит, это самое, принято Кабмином эта стратегия, и в бюджет на 2021 год уже внесены суммы, цифры, направленные на реализацию этой стратегии, потому что кабинет министров утвердил и план мероприятий. На моих глазах в свое время уничтожались оросительные системы. Дан было, это как бы глаза закрывали все, когда выкапывались трубы. Сейчас время возвращать, потому что я говорил о том, что примерно 75% территории Украины дефицит влаги. И в этом году Одесская область сильно пострадала. И, конечно, это дало толчок к этому направлению. Вот. Но мы участвуем в этом активно. Я считаю, что здесь перспективы значительные. Естественно, при наличии соответствующих инвестиций. Ну, а инвесторы взагалі? Є пожвавлення серед інвесторів, інтерес? Є. У нас є фірми, допустимо, і Чумак, і прочі, які готові в цьому участвувати. Вони во многому ініціюють для Херсонської області, там, Одеської області, Ніколаївської. Тобто все, що ми називаємо степна зона, юг України, в цьому плані, значить, є
желания, есть подвижки, пока не хватало только средств для реализации этих всех предложений. Ну, мають бути, напевно, і державні програми, держава має да, якісь... Да. Ну, от це ж ми ж говоримо, що бюджет на 2021 год, він якраз включає там 3,2 мільярда гривень, якраз направлені на реалізацію цих положень. В своє время, от, по-моєму, на Чугуївського району, в Чугуївському районі були ж теж мощні системи. В Харківській області було 116 тисяч гектарів орошаємих земель. Був мощний участок і в Чугуївському районі, в Лебяжі, Слобожанській. Мартовской, там целый ряд хозяйств, которые поливали в основном овощные культуры, и оно давало высокий эффект в этом плане. Самое главное решение, оно делает земледелие стабильным, устойчивым, а не рискованным. От ви сказали, що ну ви посилалися на досвід Америки, згадували Рузвельта про те, що в них існувала програма збереження ґрунтів. Скажіть, взагалі, наскільки це поширена практика? Оці державні програми, чи в багатьох країнах вони існують? Ну, я говорив о том, що в Соединенных Штатах Америки... Але нас завжди закидають, що це багаті країни, да, розумієте? Ну, в 35-му году Соединенные Штаты Америки, по моїм даним, не були такою ж багато. Они у них був кризис в то время, конечно, побагаче, чем мы сейчас. И тем не менее, они тоже неохотно шли, и они создали такую службу охраны почв. А уже эта служба... Чем она занимается? Она занимается, по сути дела, направлениями охраны и рационального использования почвы. Она занимается мониторингом, она занимается почвенным обследованием. Для справки, в Соединенных Штатах Америки проведено 4 тура почвенных, не агрохимических, а почвенных обследований. Сейчас заканчивается 5-й. И в этом плане в европейских странах тоже создаются такие программы, будем говорить, поддержки фермеров. Они оказывают им поддержку в плане внедрения, я уже говорил об этом, почвоохранных технологий. Вот. И распределение там идется таким за счет средств землепользователей и с поддержкой, с дотациями, с субсидированием со стороны государства. Причем там различные могут быть механизмы. Я был во Франции и изучал это дело. Там это сказывается, допустим, на налоговой политике, на кредитах, на прямое субсидирование, то есть в различных, так сказать, аспектах, но одно понятно, вот мне фермер рассказывал, говорит, мне здесь служба запретила заниматься земледелием и перевели на другую форму использования, ренатурализация, так называется, природное использование, но государство просчиталось, и мне выплачивается компенсация, то, чего я потерял при изменении целевого назначения. Поэтому я считаю, что должно быть здесь сочетание таких государственных направлений в виде программ и инвестиционных проектов. Тех заинтересован. Без этого тоже не обойдешься. Рассчитывать только на государство на сегодняшний день, я считаю, это бесперспективное направление. Это только часть чего-то. Ольга Костина, останнє запитання, будь ласка. Будь ласка, нагадайте мені, пане Святославе, як звався той закон, який не прийняли, шановні депутати, недостатньо було голосів? Можете мені нагадати, що це був за закон? Ну, спасибо. Я хочу про цей закон запитати, чому так сталося. Чи панове депутати, шановні наші, не розуміють важливість його? Чи закон був недосконалий, бо ви сказали, що зараз готується інший його варіант? І яку роботу ви проводили, щоб люди, які при владі, розуміли важливість цього законодавства? Наскільки ви воювали? Я так розумію. Так, це правильний вопрос. От я, извините за нескромність, ініціював розробку цього законопроекту. Він називався «Про ґрунти і їх родючість». І було, коли ми починали цю роботу, повірте мені, ми можемо написати книгу, статтю, но законов мы не готовили. Поэтому, конечно, подготовка его шла длительно. Давали мы на лицензии, на отзывы и шлифовался. И я не помню точно год, по-моему, в 2012 году президент Национальной академии аграрных наук, академик Безуглый Микола Дмитриевич, наш земля, кстати, докладывал его. Я видел эту прямую трансляцию. И он набрал 191 голос. И я помню, выходили депутаты и говорили: а что мы будем голосовать, мы ничего не знаем об этом законе, что это за закон, о чем он? И я тогда собрал ученый совет и своим сотрудникам сказал: это мы виноваты в том, что этот закон не прошел. Потому что мы не лоббировали этих интересов, мы не
выступали. Поэтому я сейчас, допустим, в «Голосе Украины» две статьи в год обязательно размещаю по этим вопросам, чтобы депутаты на досуге могли читать. Вот. И вторая сторона, о которой вы сказали, она тоже имела место, что, ну, не готовы мы были, будем прямо говорить, я это признаю, подготовки полноценного закона. Сейчас мы готовим такой проект закона совместно с университетом юридическим одесским и харьковским. То есть я понял так, что это надо подключать, будем говорить, ну, профессионалов. Да. Есть разные точки зрения. Есть юристы, которые говорят, что не нужен самостоятельный закон, а можно внести дополнение в существующий законодательный акт, допустим, земельный кодекс и так далее. Я же стою на позициях таких, что мы должны почву выделить как окремый компонент, будем говорить, окружающей природной среды, придать ей правовой статус. Мы имеем водный кодекс, лесной кодекс, земельный кодекс, а почва обделена. Поэтому вот в этом направлении мы сейчас работаем. И я должен сказать, что вот губернатор Кучер, он как раз поддерживал эти направления, и он дал доручение нашему институту совместно с юридическим университетом подготовить такой проект закона и через депутатов харьковских попытаться его запустить. Потому что есть же два пути, я так понимаю, может быть, я не прав, через депутатов или через органы центральной исполнительной власти. Через министерство, допустим, или так, то тоже такой путь есть. Сейчас мы этим занимаемся. Две проблемы – это закон и национальную программу. Она должна тоже получить статус закона. Она должна быть введена законодательным актом. Тогда она будет обязательна для выполнения. Дякуємо вам за розмову. Я думаю, що, в принципі, важливо ще й медіасупровід цієї теми. Будемо сподіватися, що сьогодні ми початок поклали. У нас тут в відгуках під нашою трансляцією журналісти пишуть, що дуже актуальна тема, і дякуємо прес-клубу за запрошення і запрошеним експертам до уваги до неї. І будемо, давайте в майбутньому теж продовжимо цю тему. Я вважаю, що будемо сподіватися, що це буде взаємокорисно і цікаво для...